Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую случайных зрителей, подписчикам же крепко жму руку. В этом видео мы с вами распаковываем очередную посылку с сайта AliExpress. Тема за посылки у нас будет запчасти для электротранспорта. Что ж, сразу после заставки канала, погнали! Итак, у нас очередная посылочка с запчасти для электротранспорта. Очень небольшая, простенькая посылочка. В данный момент на экране вы видите описание лота, стоимость в рублях, долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Пока вы изучаете, я ее распаковываю. Па-бам! Так. Здесь у нас с вами идут вот такие вот крышки. Эти крышки у нас размещаются вот эти вот в районе заднего крыла, а вот эти вот, это у нас переднее крыло. Соответственно, закрывают эти самые отверстия. К сожалению, винтиков в комплекте нет, зато есть наклейки, набор наклеечек, которые закрывают вот эти области. В общем-то, все очень просто, бесхитростно. Кому данный товар интересен, можно перейти по ссылкам, размещенным в описании под видео. Изучайте, покупайте. Все, я же на этом видео заканчиваю. Другие видео были по теме вверху экрана в течение этого видео. Можно перейти посмотреть, кому что интересно. На сим я прощаюсь. Вас благодарю за просмотр видео до конца. В конце мне, как всегда, формальности. Спонсорами видео являются международные площадки AliExpress, Tmall, Gerbest и Banggood. Список лучших товаров по моей версии всегда в описании к видео. Кому видео понравилось, не забываем поставить жирный лайк. Кто не подписан на канал, обязательно подписываемся, нажимаем на колокольчик. Все, друзья, всем приятных поездок, всем удачи, пока!